اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. Затем, дорогие братья, иншаллаху тааля, мы сегодня будем говорить про акиду ахли сунна валь джамаа по отношению с подвижником пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и по отношению правителей мусульман после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, халифов праведных, и также по отношению семейства пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его жен. Какова должна наша позиция быть по отношению к этим людям и к этим вопросам? Почему мы это объясняем отдельно здесь? Потому что в этом вопросе очень много заблудших людей есть. И отдельная секта есть, которая называется шииты, которые, некоторые из них, которые вышли из ислама, некоторые на грани выйти из ислама. Из основ вероубеждения Ахлю Сунна валь Джамаа является любовь к сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, своим сердцем. Любовь сердцем и похвала языком. Мы должны любить их и похвалить этих сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и всегда дуа делать за них и просить у Аллаха милости и прощения для этих сподвижников. И всегда делать дуа, чтобы Аллах был доволен над ними. Когда мы упоминаем имя сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы что говорим? Ради Аллаху тааля анху говорим. Или ридвану Аллахи алейхи говорим. То есть это является из основ Ахли Сунна валь Джамаа. Также из основ Ахли Сунна валь Джамаа ненавидит тех людей, которые ненавидят сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ненавидит тех людей, которые ненавидят сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Или тех людей, которые наговаривают на сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из-за своей зависти и ненависти к ним. Почему? Потому что Всевышний Аллах был доволен этими людьми. Аллах в Коране в нескольких аятах говорит, что Аллах был доволен этими людьми, сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах обрадовал их, что Аллах примет их таубу и что простит их грехи. Как можно этих людей ненавидеть? Если кто-то их ненавидит, мы этого человека ненавидим. И на это доводе мы потом прочитаем этот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Эти сподвижники являются первыми людьми, которые уверовали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах их направил на истинный путь и на таухид, искренний и чистый таухид. Они получили эти знания и религию, и таухид от самого источника, прямо из источника, без посредников, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И они пожертвовали самыми дорогими, своими душами, и своими телами, и своим имуществом на пути Всевышнего Аллаха и на пути распространения этой религии. Они уверовали в пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во времена гурба, то есть во времена чуждости, когда религия была чуждой, когда Коран был чуждым. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был чуждым, они поверили и уверовали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И они усердствовали на пути Аллаха самое трудное время. Усердствовали на пути Аллаха самое трудное время и призывали других людей с мудростью и полезными наставлениями. Эти сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, являются самые, у которого полноценный иман, и ислам, и ихсан. У них был самый полноценный иман, и ислам, и ихсан. Не пришли после них люди, у которых было бы больше имана, или больше ислама, или больше ихсана. Они являются знамьями этой религии. Они являются знамьями этой религии. Они являются опорой шариата. Почему опорой шариата? Потому что шариат они передали к нам. Эти сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передали. Абу Хурейра, Ибн Аббас, Ибн Умар, Джабир ибн Абдиллах, Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас, Аиша радиаллаху тааля анха, которая являлась фақихом женщин. Они, эти сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Али ибн Аби Талиб и другие халифы, они все передали к нам эту религию, этот шариат. Они являются опорой шариата. Если мы будем
разрушать эту опору, шариат тоже разрушится. И они являются самыми лучшими из трех веков, за которых засвидетельствовал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах избрал их для того, чтобы они были сподвижниками пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Чтобы они его поддержали. Чтобы они его сопутствовали с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Не зря Всевышний Аллах избрал их для этой миссии. И поэтому они являются наилучшими людьми. Как один из имамов сказал, если у христиан спросит, говорит, кто был самыми наилучшими людьми, они говорят, те сподвижники, которые были вокруг Иса, алейхиссалям. Если у иудеев спросит, кто были наилучшими людьми, они скажут, те люди, которые были вокруг Муса, алейхиссалям. А у шиитов, если спросит, кто были наихудшими людьми, они скажут, те, которые были вокруг пророка, саллиллаху алейхиссалям. Валлахи, те люди, которые порицают этих сподвижников и унижают их местоположение, эти люди унижают местоположение пророка, саллиллаху алейхиссалям. То есть пророк, саллиллаху алейхиссалям, такой чистый и самый лучший, и все его друзья такие плохие люди. Это как можно понять? Разве Аллах избрал для него таких плохих людей, что ли, друзьями и помощниками? Это противоречие. И эти сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, отличаются от всех людей остальных, которые пришли после них. Чем? Чем Аллах удостоил этих сподвижников? Тем, что они увидели пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Не говоря о других их достоинствах, не говоря об их пожертвованиях, не говоря об усердии, не говоря о трудностях, которые они увидели на пути Аллаха, просто то, что они увидели пророка, саллиллаху алейхи вассалям, будучи верующими, это хватает для них. Это хватает для них. Это достоинство, которое Аллах им дал. Аллах отличил их от других. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, как мы упомянем, еще потом тоже прочитаем этот хадис, то есть, если вы дадите, говорит, на пути Аллаха, то есть имущество с величиной горы Ухуд, то вы не дойдете, говорит, того, что эти сподвижники дали, даже до Мудда, или даже ее половины. Что такое Мудд? Мудд — это горсток, то есть, который на пол, может, килограмм, или полкилограмма. Если сподвижник дал полкилограмма на пути Аллаха, и ты дал имущество с величиной горы Ухуд, это не сравнится с этим. Почему? Потому что он был сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также мы должны знать, что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, все они были до единого порядочными людьми. Из них не был никто непорядочным человеком. Все они были порядочными, достоверными людьми, от которых можно было принять религию и получать религию. И они являются самыми лучшими людьми этой уммы после пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Любовь к сподвижникам и защита сподвижников, то есть защищать сподвижников и последовать за ними, это является религией и иманом. Ненависть к сподвижникам, издевательство над сподвижниками, не почитать их местоположение, это является куфром и лицемерием. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Мухаммадун Расулуллах». Мухаммад – посланник Аллаха. «Валлазина маъаху ашиддау алял куффари рухамау байнахум». И те, которые были с ними, они черствые и грубые против неверных, а между собой являются милосердными. Аллах описывает этих сподвижников. «Тарахум руккаан суджадан». Ты видишь их, они в земном поклоне, поясном поклоне. «Ябтагуна фадлям мин Аллахи ва ридвана». Желают от Аллаха его удовольствия и милость. Это свидетельство Всевышнего Аллаха за них, что их намерения были искренними. Они желали всего лишь довольствия Всевышнего Аллаха и его милость. Они не желали величия на земле, они не желали деньги, они не желали авторитет, они всего лишь желали милость Всевышнего Аллаха и его довольствия. «Симахум фи вуджухихим мин атарит суджуд». Их вот знамя на их лице, говорит, от их суджуда. То есть нур на их лице. Признак имана на их лице от их суджуда. «Маталика маталихум фи таурат». Такой пример, говорит, так сказано про них в Таурате. «Ваматалихум фи инджиль». А в Инджиле что сказано про них? «Казар'ин ахраджа шат'аху фаазараху фастагляза». Подобно посеву, который вышла, который выросла, потом стала крепким ее стебель. «Фастава аля сукхи» и стала на своем стебеле «юджибу зура». И она удивляет всех крестьян.
они на смотрят на этот посев, который растет таким наилучшим образом. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Эти сподвижники пророка являются таковыми, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, чтобы кафирам было ненавистно. Чтобы кафирам было ненавистно. И имам Малик, рахмаллаху та'аля, когда читал этот аят и толковал, он говорил, тот человек, который проявляет свою ненависть к сподвижникам, тот является кафиром. Почему Всевышний Аллах говорит, для того, чтобы было ненавистно кафирам. Не может быть сподвижники, чтобы ненавистны были мусульманам и верующим людям. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Аллах سبحانه وتعالى обещал им, которые уверовали и совершали благие дела, что обещал магфиратан, прощение грехов, وأجرا عظيما, и великую награду. Это обещание Всевышнего Аллаха. Как мы можем говорить на людей, которым обещал Аллах прощение грехов и великую награду? Также Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: لكن الرسول والذين آمنوا معه. Однако пророк и те, которые уверовали с ним, جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. Они делали джихад своим имуществом и своими душами. وأولئك لهم الخيرات. И им будут благо в судный день. وأولئك هم المفلحون. И они являются преуспевшими. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Аллах приготовил для них сады, под которыми текут реки. خالدين فيها. Они там будут вечно. ذلك الفوز العظيم. Это является великим успехом. Это свидетельство Всевышнего Аллаха про них. Также Всевышний Аллах в Коране говорит: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Из числа мухаджиров и ансаров, которые опередили других. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. И те, которые пришли позже из подвижников и табиинов, которые последовали за ними. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Аллах был доволен ими, и они были довольны Аллахом. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Аллах обещал им сады, под которыми текут реки. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Они вечно там будут пребывать. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Это является великим успехом. То есть эти три аята на что указывают, дорогие братья? Эти три аята указывают на достоинство сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Та особенно первый аят, который указывает на их намерения. Намерения всего лишь Аллах знает. Никто не может знать намерения людей, что здесь находится, ради чего он это делал. А Всевышний Аллах здесь нам говорит, эти сподвижники находились в поясных этих поклонах и в земных поклонах, желая довольствия Всевышнего Аллаха и его милость. Аллах засвидетельствовал за их намерение. Также Ахлю Сунна валь Джамаа, они упоминают сподвижников, кроме как добром, кроме как похвалой, кроме как лучшим образом. Мы только так вспоминаем сподвижников пророка, саллиллаху алейху салям. Пророк, саллиллаху алейху салям, нам завещал, что мы любили этих сподвижников. Пророк, саллиллаху алейху салям, сказал: «Аллах, Аллаха фи асхаби». «Бойтесь Аллаха моих сподвижников». لا تتخذوهم غرضا بعدي. Не берите их мишенью после меня, чтобы вы кидались в них. فمن احبهم فبحبي احبهم. Тот, кто полюбил их, то моей любовью их любит. То есть имеется в виду, я люблю этих людей, кто любит этих сподвижников. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. А тот, кто ненавидит их, то моей ненавистью ненавидит их. То есть я ненавижу этих людей. ومن اذاهم فقد اذاني. Тот, кто причиняет вред этим сподвижникам, тот причиняет вред мне. وَمَنْ آذَانِ فَقَدْ آذَ اللَّهَ. Тот, кто причиняет вред мне, тот причиняет вред Аллаху. وَمَنْ آذَ اللَّهَ يُشِكُ أَنْ يَأْخُذَ. А тот человек, который хочет Аллаха принизить или вред Аллаху принести, быть может, Аллах его накажет. То есть близко, чтобы Аллах его наказал. Ибн Мас'уд, радиаллаху та'аля анху, говорил: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. Любовь к Абу Бакру и Умару и признавание и признавание их достоинства, это является из сунны. То есть он любит Абу Бакра и Умара, значит он на сунне. Он не любит Абу Бакра и сунна и Умара, он значит он не на сунне. Также имам Малик рахимахуллаху тааля говорил: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر. Салафи учили своих детей, чтобы они любили Абу Бакра и Умара. То есть с малого возраста детям учили, чтобы они должны любить Абу Бакра и Умара. Кама юаллимуна сурата миналь Куран. Субханаллах, это удивительно. Так же, как они суру учили их.
А ну Фатиху научил, потом Ихляс, потом нас и так далее. Так же, как они учили суры из Корана, так же учили они, что они должны любить Абу Бакра и Умара. Однако эти враги сунны своих детей учат к ненависти Абу Бакра и Умара. Знаете, как они учат? Они учат, они говорят, привозят, например, сладости домой, да, дают детям, а говорят, это Али принес. Потом отбирают у них эти сладости и говорят, Абу Бакр и Умар забрал у вас это. Валлахи, это они вот так приучают своих детей с детства, чтобы они ненавидели Абу Бакра и Умара. А мы должны учить своих детей, чтобы они любили, чтобы они гордились Абу Бакром и Умаром. Каждый человек, который увидел пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и уверовал в него, и умер на этом, он является из сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это является термином сподвижника. Любой человек, который увидел пророка, саллиллаху алейхи вассалям, уверовал в него и умер на этом, он является из сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Даже ученые некоторые добавили, даже в этом промежутке, в течение его жизни, даже если он муртадом стал и вернулся к исламу, даже он сподвижник. То есть после смерти пророка, если он отступил от своей религии, потом таубу сделал, пришел, все равно является сподвижником. Главное, чтобы он умер на религии, на ислам. Это люди являются сподвижниками. И никто из сподвижников, из мухаджиров и ансаров, которые присягали пророку, саллиллаху алейхи вассалям, под деревом, не зайдет в ад. Не зайдет в ад. Те сподвижники, которые присягали пророку, саллиллаху алейхи вассалям, под деревом, ни один из них не зайдет в ад. Всевышний Аллах говорит про эту присягу. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Аллах был доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом. فعلم ما في قلوبهم. Я Аллах. Это тоже свидетельство Всевышнего Аллаха. Аллах узнал, что у них в сердцах. То есть Аллах говорит, у них в сердцах только искренность была. فأنزل السكينة عليهم. Аллах не спустил спокойствие на них. وأثابهم فتحا قريبا. И Аллах вознаградил их близкой победой, близким открытием. Открыли они Мекку потом. В этом аяте тоже Всевышний Аллах засвидетельствовал за их сердце, что находилось у них в сердцах. И также Всевышний Аллах говорит, «Инна ладзина юбайиунака, иннама юбайиун Аллах». Поистине те, которые тебе присягают, они присягают Всевышнему Аллаху. «Яду Аллахи фаука идихим», рука Аллаха на их руках. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره. Это хадис передал Бухари. Не зайдет в ад никто из тех, которые присягали пророку саллаллаху алейхи вассалям под деревом. И сколько, вы думаете, там людей было? Там было 1500 сподвижников. 1500 сподвижников присягали пророку саллаллаху алейхи вассалям на смерть, когда они услышали, что Усмана убили курайшиты, что они будут воевать до конца и не отступят. Они готовы были дать свою жизнь и душу и тело, все ради Всевышнего Аллаха. И у них намерения были искренними, за это свидетельствовал Всевышний Аллах в Коране. Также Ахлю Сунна валь Джамаа по отношению к этим сподвижникам, у них акида, что они не на одном уровне. Из них есть кто лучше, кто ниже уровнем. Мы не говорим, из них есть кто лучше и хуже. Мы говорим, из них есть кто выше уровнем и кто чуть-чуть ниже уровнем. То есть они не являются на одном уровне все. В общем, если взять, самыми лучшими из них являются первые, которые приняли ислам. Первые люди. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел, и все сказали ему, что ты лжешь, и в это время, которые приняли ислам. 7-8-40 человек, которые первое время, самое трудное время, поверили пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Затем идут первые мухаджири и ансари. Они являются самыми наилучшими, которые сделали хиджру, которые их приняли и поддержали. Потом идут участники Бадра. Потом идут участники Ухуда, и потом идут участники Хандака. То есть, когда ров вокруг Медины они рыли, и пришли курайши, и против них противостояли Ахлюль Мадина. Потом идут те, которые присягали пророку, саллиллаху алейхи вассалям, под деревом. Потом идут те, которые присягали пророку, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы встретить пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в Медине. То есть, пришли в Мекку и байат дали пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Потом остальные все сподвижники, которые приняли ислам и жертвовали своим имуществом и душами до открытия Мекки. Они лучшими являются, чем те, которые приняли ислам и жертвовали своим имуществом и душами после открытия Мекки. И во всех есть добро. Во всех них находится добро.
Также у нас акида, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, определенных людей из подвижников лично обрадовал раем при жизни. Из них являются 10 сподвижников, которые обрадованы раем. Абу Бакр, ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Умар аль-Фарук, Усман ибн-Нурайн, Али аль-Муртада, Тальха ибн Убайдиллах, Зубейр ибн аль-Аввам, Саад ибн Аби Ваккас, Саид ибн Зайд, Абдур-Рахман ибн Ауф, Абу Убайдата Амир ибн аль-Джаррах, амину хадихи аль-Умма. Эти 10 сподвижников есть, в одном хадисе пришло. Абу Бакр в раю, Умар в раю, Усман в раю, Али в раю. Вот, так, вот таким образом в одном хадисе пришло, перечисляет пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, их имена. И эти сподвижники являются первые, кто принял ислам. Когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел к ним, один из первых людей, которые приняли ислам. Также Ахлю Сунна валь Джамаа убеждены, что самым достойным человеком быть халифом после пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, были 4 сподвижника пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Абу Бакр, Умар, Усман и Али. И они являются самыми лучшими из числа мухаджиров и ансаров. То есть среди ансаров и мухаджиров самыми лучшими являются Абу Бакр, Умар, Усман и Али. И они были узараами пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, которые его поддержали. И они были его зятями и тестями. Субханаллах, эти 4 сподвижника. Усман и Али были его зятями, Абу Бакр и Умар были его тестями. Вот так окружали они пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И из них самым достойным был быть халифом после пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху. Потом Умар, потом Усман, потом Али. Как мы по очередности их перечислили, вот таким образом они были более достойны быть халифами. Также они, очередность халифата идет, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, так же как они были в таком очередности достойными быть халифом, также мы убеждены, что их достоинства перед Аллахом и перед пророком Саусалам тоже были в такой же очередности. Абу Бакр, потом Умар, потом Усман, потом Али. Они являются праведными халифами, за которых пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, засвидетельствовал, что они будут праведными халифами. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что сказал? «Усикум битаква Аллахи, вассам'и, ватта'ати, ва ин абдан хабашиян». Я завещаю вам, чтобы вы слушались и повиновались, даже если под вами, над вами поставят кого? Раба эфиопского. Тот человек, который будет жить после меня, он увидит много разногласий. Держите за мою сунну. И сунной моих праведных халифов. Моих праведных халифов. Держитесь за это. Кусайтесь за это своими коренными зубами. И остерегайтесь от новшеств. Поистине, каждое новшество бид'а, каждое бид'а в аду. Это заблуждение. И здесь сказал пророк, что мы после меня держитесь за праведными халифами. Даже. А кто были после пророка саллиллаху алейхи ва саллям халифами? Абу Бакр, Умар, Усман, Али. А в другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что говорит? «Аль-хилафату фи уммати 30 сана». Халифат в моей умме будет 30 лет. «Сумма мулькум бааде талик». Потом будет что? Королевство, царство, правительство, однако не халифат. И мы 100% знаем, что в протяжении этих 30 лет Абу Бакр, радиаллаху анху, было 2 года, Умар, радиаллаху анху, было 10 лет, Усман, радиаллаху анху, был 12 лет. Сколько стало? 24. И 6 лет был Али ибн Аби Талиб. Там полгода остается, и эти полгода был Хасан ибн Али. Хасан, сын Али ибн Аби Талиба, радиаллаху та'аля анху. Вот 30 лет праведного халифата. И те, которые правили в течение этих 30 лет, за них пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, засвидетельствовал, что это праведные халифы мои. Чтобы за их сунну, чтобы мы держались и хватались. Также Ахлю Сунна валь Джамаа убеждены, что ни один из подвижников не является сохраненным от греха и от ошибок. То есть все они являются праведными, порядочными, справедливыми, достоверными людьми, однако не являются сохраненными от ошибок и грехов. Любой сподвижник, насколько у него не было выше дараджа в исламе, все равно этот человек не сохранен от ошибки и не сохранен от греха. Однако, целостности все сподвижники, они сохранены от ошибки. Целостности, если взять, сподвижники, если они все сошлись на чем-то, они
сохранение от ошибки, как пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал: «Инна Аллаха ля яджма'у уммати аля далаля». Всевышний Аллах не соберет мою умму на заблуждение. «Ваяду Аллахи аля джама'а», «Рука Аллаха над джама'атом», «Ваман шадда шадда финар», «Кто отделится от джама'а, тот отделится в ад». То есть этот хадис на что указывает? На то, что сподвижники не могут согласиться единогласно поддержать батль, заблуждение. Это тоже указывает, что иджма' был, что Абу-Бакр, радиаллаху анху, после пророка был халифом. Все присягали ему. Потом Умару присягали, потом Утману присягали, потом Али присягали. Это на что указывает? На то, что они не ошиблись в этом. В этом не может быть ошибка, потому что они все не могли ошибаться. Если один ошибался, все не могут ошибаться. Также Ахлю Сунна валь Джама'а единогласно говорят, что мы обязаны воздержаться от того, что случилось между сподвижниками из фитны. Когда Аиша, ради Аллаху та'аля анха, и Али, между ними было сражение, когда между Али и Муавия было и так далее. Там некоторые сподвижники участвовали в этих битвах, и мы воздерживаемся от этого. Мы не говорим, этот плохой был, этот хороший был и так далее. Пусть Аллах всем, всех помилует, пусть Аллах всем простит грехи. И они все являются, кому Аллах даст оправдание и кому Аллах даст аджру. Почему? Потому что все они делали иджтихад. А мучтахид, когда делает иджтихад, если ошибется, что будет ему? Один аджр бывает. А если не ошибется, два аджра бывает. Даже они все были мучтахидами. Они иджтихад сделали и видели, что в этом есть правда, и на пути Аллаха пожертвовали чем-то. Поэтому мы воздерживаемся и не говорим, этот был правильным, этот был неправильным и так далее. Никого не порицаем, мы говорим, пусть Аллах будет доволен всеми сподвижниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Еще одну вещь, которую по этому поводу нужно указать. Некоторые люди думают, что все сподвижники между друг другом как будто воевали. Большинство сподвижников джумгур, то есть почти все сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не зашли в фитну. То есть не зашли они в фитну. Когда фитна началась, сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям были десятками тысяч живыми еще, фитна когда началась. А участвовали в фитне всего лишь около 100 сподвижников. Даже некоторые ученые сказали, 30 сподвижников всего лишь участвовали. Сейчас вы поняли? А некоторые люди, которые хотят чисто заблудить людей, они говорят, ну, как будто все сподвижники, тысячами сподвижников между другом, как будто они воевали. Всего лишь 30 сподвижников, некоторые до 100 довели это количество. Они участвовали в этой фитне. И эти сподвижники, у них был иджтихад. Они думали каждый, что направил. Как имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, это передал в своем муснаде, достоверным иснанам от ибн Сирина, рахимахуллаху та'аля. И Абдур-Разак это передал в своем книге «Аль-Мусаннаф». И Ибн Катир, рахмаллаху та'аля, это передает в своей истории «Аль-Бидайят ван-Нихая». Что до 100 даже не дотянулось количество тех сподвижников, которые участвовали в фитне. Поэтому не стоит в эти темы лезть. И не надо эти темы обсуждать, копать там, что там было и так далее. Пусть Аллах будет доволен всеми сподвижниками пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И мы ни одного из сподвижников не порицаем. И это является большим грехом порицать сподвижников. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ля тасуббу асхаби», «Не порицайте моих сподвижников». «Ля тасуббу асхаби», «Не порицайте моих сподвижников». «Фавалляди нафси бияди», «Клянусь Аллахом, в чьих руках моя душа». «Лау анна ахадакум анфака митла ухудин захабан». «Если кто-нибудь из вас даст на пути Аллаха имущество с величиной ухуд, то есть золото, ма адрака мудда ахадихим ва ля насифа», «Это не дойдет». И не приравнивается мудду одного из сподвижников или половину мудда. Тот человек, который уважает сподвижников и любит их, и почитает их, и возвеличивает их, и делает дуа за них, чтобы Аллах был доволен, чтобы Аллах простил им грехи, этот человек является из преуспевших. А тот человек, который порицает сподвижников, ненавидит сподвижников, уменьшает из их достоинства, или проявляет непричастность к этим сподвижникам, и который не говорит, ради Аллаху та'аля анху, на этих сподвижников, этот человек является из погибших. Да убережет нас Аллах от этого. Ахлю сунна валь джама'а убеждены, что мы обязаны любить семейство пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Как мы можем не любить этих сподвижников, это семейство пророка, саллиллаху алейхи ва саллям?
то время, когда мы каждый день в намазе, мы читаем салават на это семейство пророка, саллиллаху алейхи вассалям. После каждого азана мы читаем салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и на его семейство. После каждого ташахуда мы это читаем. Как мы можем их не любить? Валлахи, мы любим семейство пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И мы приближаемся к Всевышнему Аллаху любовью к этим людям. Мы знаем их местоположение в исламе. Будто их, это его жены или его потомство, или его родственники, разницы нету. Всех мы их любим, и мы обязаны их любить, и нельзя проявлять никакую ненависть к этим людям. И у нас убеждение, что харам унижать этих людей, или какое-либо плохое слово сказать, или плохое дело сделать по отношению к этим людям. И мы должны их защищать, и мы должны защищать их честь, и должны всегда очищать их от той клеветы, которую приписывают им некоторые люди. Ахлю сунна валь джамаа сохраняют тот васият и завещание пророка, салам, который сделал про этих, про это свое семейство. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: «Удаккирукуму Аллаха фи ахли байти». Я напоминаю вам об Аллахе в мое семейство. То есть бойтесь Аллаха в мое семейство. «Удаккирукуму Аллаха фи ахли байти». Я напоминаю вам Аллаха в мое семейство. Также пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине Аллах избрал сыновей Исмаиля среди людей. И избрал из сыновей Исмаиля Кинаната. И из Кинана избрал Курайшев. И из Курайшев Аллах избрал Бану Хашим». А Бану Хашим и есть семейство пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и его тухум. «Вастафани мин Бани Хашим», а меня избрал из семейства Хашима. Также у нас акида, любовь и дружба, и поддержка, и защита Ахлюль-Бейт, семейства пророка, салам, это является от имана. И вражда, и ненависть к этим людям, это является из куфра и нифака. Также Ахлю-Сунна валь-Джамаа убеждены, у нас акида, что жены пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, являются одними членами из семейства пророка, салам. Также его дети из его семьи, также его дяди, его племянники и так далее из его семьи, также его жены тоже являются из семейства пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Как об этом Всевышний Аллах в Коране говорит. Во-первых, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Я ниса ан-набий, ластуннака ахадим минан ниса». О жены пророка, вы не как обычные жены, то женщины, вы не похожи на других женщин. «Инин такайтуна», если вы боитесь Аллаха, «фаля тахда'на бил-каули». То есть не смягчайте свой голос. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ. Может быть, вас желает тот человек, у которого в сердце болезнь. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. И говорите доброе слово. Имеется в виду, когда к ним приходят люди, что-то спрашивают или что-то просят, чтобы они не смягчали свой голос. Кто-то, у которого в сердце болезнь, он может подумать о чем-то и так далее. Дальше Аллах говорит: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Сидите у себя дома. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. И не выходите на улицу, и не выставляйте себя на улицу, как это делали в джахилии. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. И совершайте намаз. وَآتِينَ الزَّكَاةَ. И уплачивайте закат. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. И подчиняйтесь Аллаху и его посланнику. В конце Аллах говорит: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. Аллах Всевышний хочет очистить вас от грязи, о семейство пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и тахиракум татхира. То есть, после того, как упомянул жен пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, в конце Аллах говорит, это все почему Аллах велит им, повелевает и завещает, для того, чтобы, потому что Аллах хочет их очистить от всякого грязи и нечестия. Также Всевышний Аллах говорит: «Ан-набийю ауля биль му'минина мин анфусим». Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, более достоин над мусульманами, чем они сами над собой. То есть пророк больше имеет право на них, чем они сами на себя. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. А жены пророка являются их матерями. Это Всевышний Аллах в Коране говорит. И жены пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, были 11 жен. У пророка были 11 жен. И это всего лишь пророку было дозволено жениться на больше, чем 4 жен. Это именно хукм, который касается его. Во-первых, Хадиджа бинту Хувейлид аль-Асадия, который больше всего любил пророк, саллиллаху алейхи ва саллям.
Потом женился на Сауда бинту Замаа. Потом женился на Аиша бинту Сиддик. Потом на Хафса бинту Умар. Потом Зайнаб бинту Хузейма. То есть у пророка Саслам были две жены, которых звали Зайнаб. Первая Зайнаб бинту Хузейма из племени Хиляль. Потом Умму Салема Хинду бинту Аби Умайя, про которую мы говорили. Умму Салема или не говорили, неизвестно, по-моему, не говорили об этом. Умму Салема, ради Аллаху Та'аля Анха, у нее есть такой интересный случай, который нам тоже в нем есть наставление. Умму Салема хотела выйти и хиджру сделать с Абу Салемой. Когда выходил Абу Салема со своей женой, и с ним сын был Ихни Салема, родственники Умму Салемы не разрешили ей хиджру сделать. И Абу Салема уехал. И Умму Салема со своим сыном остались в Мекке. Когда семейство Умму Салема не разрешили ей хиджру сделать со своим мужем, родственники Абу Салема, чисто чтобы мстить ей, забрали у нее сына. Субханаллах. Умму Салема осталась без сына и без мужа. Это все ради кого? Ради Всевышнего Аллаха. И через некоторое время она сделала хиджру, Умму Салема, и со своим сыном. Они встретились и жили вместе, Абу Салема. Они очень сильно любили друг друга, Абу Салема и Умму Салема. И в одном из газаватов Абу Салема, ради Аллаху Та'аля Анху, стал шахидом, если я не ошибаюсь. Потом пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел и сделал ей соболезнование. И сказал: скажи, дуа делай. Аллахума аджурни фи мусибати. وأخلفني خيرا منها. О Аллах, вознагради меня за мое бедствие и поменяй меня лучше, чем это. Замени меня лучше, чем это. Умму Салема говорит, я подумал, говорит, кто же может быть лучше, чем Абу Салема? Субхан Аллах. Настолько они любили друг друга и настолько добрым, хорошим был Абу Салема. Кто же может быть лучше, чем Абу Салема? Однако, говорит, я повиновалась пророку Салсам и сделала это дуа. О Аллах, вознагради меня за мое бедствие и замени меня лучшим. И говорит, Аллах заменил мне пророка за место Абу Салема. Субхан Аллах. И пророк Саласам поженился на Умму Салема. Еще, когда засватался пророк Саласам Умму Салема, она сказала, я очень ревнивая женщина. И у меня есть семья. То есть дети есть у меня остались от Абу Салема. Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям сказал, то, что касается твоей ревнивости, я попрошу у Аллаха, чтобы Аллах помог тебе в этом. А то, что касается твоей семьи, это моя семья, сказал пророк. И поженился на Умму Салема. Умму Салема, и в этом есть для нас на самом деле наставление в том, что мы если дуа сделаем и смиримся с кадром Аллаха, и будем дуа делать, чтобы Аллах вознаградил нас за это бедствие, и чтобы Аллах заменил лучшим, Аллах, иншаллах, заменит лучшим. Главное, что мы должны знать, что все это исходит от Всевышнего Аллаха, и все по предопределению Всевышнего Аллаха. И как Всевышний Аллах в Коране сказал, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Быть может, вы ненавидите что-то, а на самом деле это является для вас наилучшим. Мы не знаем, в чем находится нам добро. Мы думаем, если что-то потеряли, как будто на этом судный день настал. А на самом деле, может быть, это для тебя лучше, чем то, что было. Потом пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, поженился на Зайнаб бинту Джахш. Зайнаб бинту Хузайма тоже была, Зайнаб бинту Джахш тоже была. Потом поженился на Джуэрия бинту Харис. Потом поженился на Умму Хабиба, на дочку Абу Суфьяна, ради Аллаху Та'аля Анху. Дочка Абу Суфьяна, Умму Хабиба, жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А Абу Суфьян один из врагов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, до того, как он принял ислам. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил договор с курайшитами, что они не будут воевать 10 лет, курайшиты нарушили договор и убили некоторых из подвижников. Все, закончилось время мира. И в это время Абу Суфьян, его отправили курайшиты в Медину, чтобы он постарался загладить этот момент и чтобы продолжался мир. И в это время говорят, что Абу Суфьян пришел к своей дочери. В Медину приехал, конечно, он навестит свою дочь. И зашел, говорит, он и хотел сесть на постель пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И дочка говорит своему отцу, не садись на постель пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поистине ты являешься грязью. Поистине, ты наджас, говорит, ты не имеешь права сесть на постель пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Эта дочка своему отцу говорит, вот что означает бара от кафиров.
Вы поняли, что означает бара от кафиров? Хоть это будет своим отцом, или сыном, или дядей, разницы нету. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Сафия бинту Хуяй. Это была одна дочка одного правителя Хуяя ибн Ахтаба. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завоевал это место, там получил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, много ганима, и были эти пленные. Из них была София. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поженился на ней. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, она попала пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, освободил ее и поженился на нее. А кем сейчас Хуяй ибн Ахтаб и его народ стал? Они стали как бы родственниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, через брачные узлы или узы. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: разве вы не хотите моих родственников, как вы можете как бы держать в рабство моих родственников? И по причине этой Софии все ее как бы односельчане или одногорожане всех отпустили, это сподвижники отпустили на волю. То есть проявляя уважение к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и его жене. И последняя жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была Маймуна бинту аль-Харис. Это последняя жена, на которой женился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Плюс к этому вольно отпущенная была, это или вольница, скажем, или наложница Мария аль-Кибтия, которая отправилась из Египта, правитель Египта ему как подарок отправил. Мария Кибтия. И Ахлю Сунна валь-Джамаа убеждены, что не зря Всевышний Аллах сделал этих жен пророка саллаллаху алейхи ва саллям матерями мусульман. Их матерями мусульман Аллах сделал для того, чтобы указать на их величие, на их местоположение в исламе. Не зря это все, чтобы мы уважали их, и они являются чистыми, которые Аллах их очистил от всякого, как сказать, от всякого плохого. И они являются женами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом мире и в ахира. Они будут и в ахира женами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пусть Аллах будет доволен ими, и Аллах, и пусть Аллах возгневается на тех людей, которые хотят унизить жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как мы сказали, самой лучшей из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была кто? Хадижа бинту Хувейлид. Это жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которая поверила пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, когда все сказали, что ты лжец. Это жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которая его поддержала своим нафсом, своим имуществом, своими нервами. Столько сабру сделала на пути Всевышнего Аллаха. И успокаивала пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он огорчался или что-то. Затем Аиша, радиаллаху та'аля анха, самая знающая женщина среди сподвижниц пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не женился ни на одну женщину, девственницу, кроме Аиши, радиаллаху та'аля анха. И не полюбил женщину, как полюбил Аишу, радиаллаху та'аля анха. Это Аиша, радиаллаху та'аля анха. Бикр пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Самая любимая жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И некоторые нечистоты, скажем, хотят принизить ее кадру и кима. Те люди, которые обвиняют Аишу при любодеянии, валь-ияз биллях, или в что-либо, эти люди становятся кафирами. Любой человек, который говорит, что, который клевету делает на Аишу, это человек кафир. Почему? Потому что этот человек отрицает Коран. В Коране Всевышний Аллах очистил Аишу, радиаллаху та'аля анха, от этого поклёпа и от этого вранья. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Инна ллазина джау бил ифки усбатум минкум». Те, которые пришли с этой клеветой, это группа же из вас, из общества, которое жило в Медине. «Ла тахсабуху шарра лякум». Не думайте, что это хуже для вас. «Валь хуа хайру лякум». Это наоборот для вас лучше. Эта фитна, этот бухтан выявила некоторых людей, о которых люди думали, что они хорошие люди. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. Каждому достанется то, что он заработал из греха в этом вопросе, в этой клевете, которую они поклеветали Аишу, радиаллаху та'аля анха. Потом говорит: وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ. А тот человек, который взял на себя большую часть, то есть возглавлял этот бухтан, и это кто был? Абдуллах ибн Убай ибн Салюль, Ра'суль Мунафиқин, голова лицемеров. Лаху азабун азим. Ему будет великое наказание, говорит.
он был, возглавлял эту фитну, а некоторые распространяли. Каждому достанется наказание за это. И Аллах очистил Аишу, радиаллаху та'ала, анха, сурату Нури, и вы можете прочитать эту суру. Также пророк, саллиллаху алейсалям, говорит о достоинстве Аиши. Фадулю Аишата аля-ниса. Что означает? Достоинство Аиши над всеми женщинами, без исключения. Кафадули Тариди аля саири та'ам. Тарид — это было лучшей едой, блюдой, которые арабы любили. Как Тарид, у него достоинство над остальным та'амом, также у Аиши достоинство над всеми женщинами. Да будет доволен Аллах ею. И пусть Аллах обрадует ее раем. والحمد لله رب العالمين